Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 9, вопрос 2246. Лично вы высказались как-то по вопросу объединения с Московской Патриархией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Письмо послал своему правящему архиерею вот такое. Цитата. «Дорогой наш владыка Евтихий, я бы и не стал писать ничего, скорбя только в сердце своем. Но отец Иоаким настоял, чтобы я все же написал вам письмо. Речь вели мы о событиях близлежащих, соединении с Московской Патриархией. Хотя и отрицались наши архиереи, что ни о каком соединении нет речи, но однако очень уж похоже, что было уже тогда что-то на это тянущее. И вот, если это произойдет, тогда что же нам? Ложись и помирай. Я взял и показал нашему батюшке ваше фото и местного епископа. Да это же две несовместимые личности. Мы теряем свободу, мы теряем самобытность. Теряем все. Нас они тут же и задушат. Мы их очень уж хорошо знаем. И сколько зарубежные епископы возмущались, что эти разбойники у них отняли храмы в Палестине и в других местах, а теперь к ним же и идут. Это напоминает, что когда ограбивший не отдал похищенное, а у ограбленного нет других способов вернуть себе свое, тогда ему предложили вступить в эту банду, и тогда твое будет тебе доступно, как участнику этого общака. То есть тогда твое к тебе придет на основании нашего общего. С какой бы стороны ни посмотрел на эту свадьбу прелюбодейного запаха, отовсюду рога и хитрости и оскалы звериные. С вами нам так хорошо и полезно было жить и встречаться. Мы искренне любим вас и никому не хотим идти, чтобы не посадить себе губителя на шею. Рассуждали о том, что если произойдет эта трагедия, что же тогда нам? Это тоже нужно обдумать и очень хорошо с проглядом в завтра. В основном в храмах и порядок, и поведение, что в Московской Патриархии, что в РПЦЗ, бесконтрольны. Нигде не выполняются оглашенные изыдите, нет проповеди, полное обмерщение, опоганенное, оязыченное лжеправославие. Нет катехизации. И им объединение или пребывание в этом литургическом сне – какая разница, где спать? Но где есть жизнь, где есть труд духовный, там соединение с Московской Патриархией принесет только полное изничтожение верных. Эти разрушители патриархийные, они совершенно бессовестные лжецы. Ложь – их основная движущая сила. Даже если они отвергнутся от декларации Сергия, выйдут из экуменизма, это ни на грамм не облегчит их сегодняшнего греховного груза, то есть бездеятельности на духовном поприще. Они мертвы. И соединение с ними, это для тех, где есть жизнь, означает быть погребенным с ними в саркофаге вместе с мертвецом. Соединившись, они передушат всех, кто не будет им подобен. А старых архиереев потравят, как тараканов. Если будет объединение, то нужно расстаться с этими пропатриархийными по-хорошему. Развести все точно по нолям, образовать свой синод здесь, о чем я советовал подумать еще в августе 1992 года, когда был в синоде. Ситуация, как у протопопа Аввакума, когда он говорил о надвигающихся изменениях. Видим, яко зима хочет быть,
и руки у всех задрожали. Искренно любящий вас Игнатий и наши братья. 26 октября 2003 год. Упокой их, Господи, во царстве Твоем, приученные с детства к заунывной песне. Не заглянуть за тусклый окоем, где умершие все вдруг почему-то вместе. Потом из Библии ответ эти узнал и полюбил ее стихи и главы. Живущим переезд, сидим мы на узлах, куда маршрут? Вопрос тот самый главный. Переселяться, что с собою взять? Что защитит на грозных перевалах? Из вожделенного ничто туда нельзя, великим числившийся, там безмерно малый. За грех, за преступления и проступки, за отпадение от заповедей Божьих, за мысли, за слова по месту и по суткам, ответ держать на 20 таможнях. О, если б кто-то выкупил меня и заплатил долги по всем распискам, избавил от гиенского огня, дабы предстал перед судьёю чистым. Бог есть любовь, и только по любви Он Сына Своего назначил в жертву. В Него уверовал, теперь Он мой рави, за грех распятый. Он воскрес из мертвых, Он заплатил собою на Голгофе, грех пригвоздил к позорному кресту, кровь запеклась на гневе цвета кофе, все запалили красными, все капли красными в принявших прорастут. Прими Евангелие слов Христа неложных, да упокоится в душе твоей воскресший. Мне обувь благовестника сапожник с прицелом дальним шьет, он был такой же грешник. Покой мы обретем свои корыстные, с собою и своим пожертвуем вполне, чтоб в книге жизни лично был записан при личной встрече с Богом на земле. 3 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.